Всем добрейшего времени суток, с вами Свет Невеста Жизни. Извините, я должен это говорить, просто привычка у меня такая. Короче, сегодня посмотрим такой момент, как пробитие. Поскольку игра до сих пор тестируется, обновление заводится, постоянно, просто постоянно что-то новенькое выпускают наши разработчики. И поэтому даже вот тот же маркер прицел, он, к сожалению, показывает все далеко не идеально. Сегодня я просто вам покажу, что на самом деле, да, действительно, вот некоторые вещи, к примеру. Кто помнит игру на IRL, когда я психанул просто и, ну, просто занял топ-1, тогда я пробил Америкоса в красную зону. То есть я сначала сражался с чинушкой, потом я сражался с Америкосом. И Америкос я пробил прям вот в ту часть, где там было красное. Но при этом вот эта часть, как показать вам, правый типа такой наклонный уголок, который вот... Не знаю, объясните, надеюсь, вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Вот. Правая выступающая часть, которая вот под меньшим углом к нам находится. И вот в такой уголок там был красный цвет. Но по факту я пробил. Поэтому не всегда стоит этому всему верить. Иногда пытайтесь, не знаю, ну, по своим ощущениям, по своему опыту как-то играть. Потому что действительно очень много, на самом деле, мест, куда я видел, что не пробиваю, там просто красный цвет. Но на практике я стреляю, есть пробитие, и я такой, стоп, чё? Вот, это такой первый момент, мой совет. Второй момент, это, конечно же, да, борта, корма, используйте. Да, ребята, это важно. Однозначно. То есть, пытайтесь стрелять в борт, в корму, там реально, вот. Я помню, как тоже на том же бою, IRL-ка, чел танковал бортом, я ему просто в бочин дал, сразу минус БК, сразу минус фулл танк. Вот. Это, в принципе, все. Все мои советы на сейчас. Следующий видосик выпущу, будут другие советы. Совсем скоро я, наверное, еще выпущу видосик по позициям, но это будет, наверное, не скоро. Одна из позиций, вот это, вот этот городок, и вот здесь у нас, вот тут есть кочка, здесь можно встать, вот тут есть кочка, можно встать за уголок. Дело в том, что у нас достаточно картонный, на самом деле, корпус, и варианта два. Либо танковать бортом. Пытаюсь отыскать пока танк противников. Ой. Как больно челику будет сейчас. Вот, тоже видите, вроде был красный, да? Там мигало зеленый-красный, но при этом я понимал... Ой, чуть подразвернуться. Ну вот видите, я бочиной стал. Я стал бочиной все-таки. Меня в борт пробили, скорее всего. Или верхушку башни. Нет, в бочину, кажется. Или верхушку. Да, верхушку. Вот, верхушка башни, у этого танка слабое место. Запомните, запоминайте это. Я все равно еще раз играю. Не дадим захватить. Запоминайте, да, также на самом деле слабые места. Это важно. В один момент я гайд отдельно выпущу тоже когда-нибудь. Но я думаю, кто играет в обычный War Thunder, тот прекрасно знает все эти позиции. Ой, как неплохо-то, а? Неплохо танканули. Ай-яй-яй-яй-яй. Но придется уничтожать его и как-то уже от этого отыгрывать. Ой, как слабо. Ладненько. Так, а что у нас? Пушка, да? Давайте пушку починим тогда. Ой, КВХ, милашка. Фраг заменили. Да. 12 часов. Близко. Верно. Вот смотрите, видели? Видели? Там был красный свет. На это туда намеренно стрелял. Артиллерия.
гранаты. Б. 3. Артиллерия! Заградительный огонь! Бронебойник готово! Уничтожим, нет. Давайте уничтожать. Ну, арта, что ты как-то так слабенько стреляешь? Эх, а жаль, я надеялся, уничтожу кого-нибудь. В бочину где отхватить? Ну, слушайте, кажется, А, нет, я потому что мы защитили базу. А, это немножко другая ситуация у нас там. Отлично, мы еще и позицию поможем захватить. Под погон не взорвались только чудом. Зажигательный патрон. Нам не выбраться отсюда. Разгорается пожар волдырями. Красит кожу, жми механик за амбар. Чую, пронесет быть. Может, только все напрасный труд, и я хочу теперь быть топ-1. Так, я вперед, ребят, потому что я хочу быть топ-1. Не пробил, в смысле, чел? В смысле, я тебя не пробил? А, я еще на катке стою, я крут. Под погон. Не взорвались только чудом. Так, хорош. Так, а починка. Починка, починка. Быстрее, быстрее, быстрее. Гусля, гусля, гусля. Гусля, гусля, пожалуйста, пожалуйста, успеть бы. Ну, быстрее, 3, 2, я хочу успеть, пожалуйста. Да вы... я вас ненавижу. Не-не-не, все, живем, живем, живем. Да почему? Какие у меня еще шансы просто топ-1 занять, еще один. Топ-1, еще один, а что, звучит, мне нравится. Ай-яй-яй-яй-яй. Больно-больно-больно-больно. Тушимся-тушимся-тушимся. А-а-а, и пушка, и ходовая. Все, что можно, не сбили. Че ты стреляешь, а? Что это было? Сзади, сзади, сзади. Блин. Ладно, я уловил суд. Но я все равно топ-1, ребят, пока занимаю. Быстренько берем АМХ, потому что он максимально быстрый. И делаем вот такие залпы. Прям, чтобы накрывать всех, кого можно. Сейчас задача просто зайти максимально вперед. И хоть кого-то отстрелить. А-а-а, не поместился. Ладно, окей. Но я, кажется, топ-1 уже займу. Все, это победа! Это победа, я топ-1 получил. Спасибо, ребята! Ну давайте в честь этого еще один бой я сыграю, я готов. Я готов еще один бой сыграть. Ну, мини-гайд, мини-совет очередной, да? Кстати, какой свет был, я забыл. Я сам свет дал, забыл его. Прикольненько. Ну, хороший бой, слушайте. Неплохо. Неплохо. Погнали, еще разок. Мне еще один бой нужно занять топ-1, и я получу ветку М4. Блин, как я его хочу себе. Может, там какая-то мета есть? Ну, по типу как КВ-2, который шотает всех, кого можно. И не пробивается никем. Это я, кстати, попался против первых левлов, поэтому у меня сейчас так просто было. А сейчас я попадусь против... Это уже вторые левла пошли. Здесь труднее будет. Ага, тут только такие снаряды. Ну ладно. Так, чел, ну ты это, определись уже. Спасибо, что пропустил. Спасибо, ценю, уважаю. Вау. Что это за монстр? Вот что это такое? Это разве уважение? Это разве уважение к союзнику? Думаешь, себе пукалку свою выкачал, умный самый? Чел, я же тебя сейчас буду мстить за товарища.
Думаю, что сам еще. Ладно, не буду тебе мстить. Я не злопамятный, я уже забыл, что сделал. Под погон. Не взорвались только чудом. Опа! Под погон. Да ладно, вы что, реально? Я серьезно каждый раз попадаю вот так красивенько? Что это минус? Там либо ПКшка должна была бы быть. Ну, кстати... Отседывай неплохо, можно так уничтожать, даже не обязательно вперед лететь, реально. Но вот наши союзники, к сожалению, этого немножко не понимают. Ай-яй-яй-яй-яй, как я некрасиво отыграл. И союзник помешал. Так бы сразу. Блин, я недалеко. Я далеко жахнул. Да. Очень интересная позицию противников, я такое не видел. Спасибо. Аригато гузаймас. Еще одного можно, пожалуйста, в копилочку мне? Нет? Ну ладно. Слушайте, а давайте-ка мы понаглеем. М? Раз они так близко к нам, я думаю, мы сможем понаглеть немножко. Взяли контрпом, контр для меня. А, нет, не взяли, убрали. Убрали, убрали, убрали самоль. Ребята, я один в воздухе, вы понимаете, насколько это круто? Ну все, готовимся. Хана вам, ребятки, теперь. Блин, я сбросил бомбу случайно. Сбрасываем еще одну, уходим на КД тогда. Так, уменьшаем скорость. Блин, ну плохо. Еще немножко. Можем себе позволить сделать второй заход. Главное, чтобы мне это хватило времени. Кажется, все. Меня хватило только на один заход. Жалко. Ладно, окей, ничего, ничего, все хорошо. Мы все на топ-1 даже пока что не занимаем, но сейчас можем пойти захватить базу и стремиться к топ-1 тогда. Блин, сразу два танка. Чел, не мешай. Или я его не увижу, ладно, окей. Не будем надеяться на чудо. Понадеемся на чудо-юдо. Блин, ну я не понимаю, куда мне? Налево, направо? Просто я понимаю, что меня в бочину могут напихать очень хорошенько так. Все, 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 тише, 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 тише. Успокойтесь, мужчина. Или вы женщина. Да мне плевать, я должен от вас уйти. Поэтому повернуться передом. А, мне пушку сломали. А я еще и встал некрасиво. Ай-яй-яй. Фу, как я некрасиво встал. Кого мне крикнуло в этот раз? Не пробил. Грустно. В смысле не пробил? Да успокойтесь вы уже. Сколько мне можно вас терпеть? Ну да, здесь уже все. Сори, сори, сори. Меня в бочину, как только можно из это самое. А, не, не в бочину.
К сожалению, самый главный танк у меня сгинул. Придется мне как-то отыгрывать более аккуратно, что ли, через борта противников. Попробуем. Так, дефти не надо, но давайте куда-нибудь сюда. Дадим хороший залп, все-таки у нас максимально мощный. Залп. Опачки. Видим противников. А они нас вопрос видят или нет? Попадание под погон. Ой, так мы даже вообще полностью сквозь них стрелять можем. Ай-яй-яй, это вообще лайфхак, имба. Ну все, чел, хана тебе тогда. Все, минус экипаж. Погнали к следующему. Это больно было. Я немножко не ожидал просто такого реально. Ну что у нас, все, кажись. Че там? Ну да, мы не топ-1. Ладно, в принципе, лайфхаки я рассказал. Самые основные в конце вы еще увидели кое-что интересненькое. Но это, я думаю, еще для отдельного ролика приберегу.